Эти обычные рисунки нарисовали маньяки, которые вскоре совершили нападение. Просто попытайтесь понять, что сделал вот этот психбольной после того, как нарисовал вот этот рисунок. Врач поставила ему диагноз шизофрения. Он часто говорил о том, что слышит голоса в голове, которые заставляют его покорять высокие горы. Но оказалось, что голоса имели в виду немного другие горы. Спустя 2 недели в его доме нашли 3 синих трупа женщин. Все из них были высокие и разного роста. Этот рисунок нарисовал мужчина, который жил в коммуналке и, как вы успели заметить, очень не любил тараканов. Так вот, у него было расстройство личности, как у Билли Миллигана. Но дело в том, что, как вы помните, личности иногда могут быть совсем разные. Этот товарищ подумал, что одна из его личностей это таракан, которых он обычно давил ботинком. Так вот, она ему очень не нравилась, и он также решил ее задавить ботинком. А после чего он и нарисовал этот самый рисунок. Но вот только здесь всплыл один маленький нюансик. Оказалось, что этот таракан был не его второй личностью, а его женой. Теперь бывшей женой.